Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра «Космические рейнджеры. Наследие». В этом видео я расскажу вам о том, как очень быстро накопить кредитов на начальной стадии игры, о небольших хитростях заработка кредитов на пиратах и о том, как легко освободить системы от доминаторов и пиратов. Итак, самый простой и быстрый способ заработать кредитов в начальной стадии игры – это выполнять миссии. Миссии по доставке, так сказать, курьерские задания, за выполнение которых дают кредиты, а иногда еще и дополнительные модули. Итак, для этого нам необходимо просто зайти на планету, на любую планету, и попробовать взять тот самый квест, выполнить. Но что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится хороший двигатель, у которого будет помимо скорости еще и дальность очень большая. Чем больше дальность, тем, соответственно, дальше сможем сделать прыжок в гиперпространстве и тем самым преодолеть расстояние за короткое время. Поэтому можно выбирать миссию потруднее, да? Вот смотрите. Есть. Теперь уже стало у нас 116 тысяч. То есть сначала 89 предлагали, теперь 116. Вот. Сумма вознаграждения за миссию... за миссию зависит от дипломатии и от времени игры, так сказать. Выполняя эти миссии, вы постепенно будете получать все больше и больше дохода. То есть вначале, понятно, это будет там 2-3 тысячи при прокачке дипломатии, и уже в конце, так сказать, игры уже будут в сотнях измеряться. Но здесь, собственно, все понятно, да? Крутой движок, навык дипломатия, который позволяет нам побольше заработать. Прыгаем в дальнюю систему, которую нам нужно. Прокладываем вот путь, нажимаем сюда. Да, и нам нужно прыгнуть сейчас. Так, сейчас давайте посмотрим, куда надо. Вот, есть прыжок в Альдагор. Отлично. Все, уже автоматически проложило у нас здесь. Расстояние 21 парсек, да? Но это, в принципе, не так уж и много. Бывает там 29, 30, 40. Поэтому двигатель должен быть заряжен на максимум. Ну что ж, прыгаем и получаем наше вознаграждение. Так. Причем такой еще момент. Скорость самого корабля зависит от массы всего корабля. То есть не только от самого двигателя, но еще от... грузоподъемности и загрузки, точнее. Как вы видите, у меня уже корабль заряжен, да, из 840 ячеек, скажем так, свободно только 27, то есть очень-очень сильно заряжен, поэтому скорость 234 показывает вот внизу слева, но по факту гораздо больше. Итак, мы прибыли на планету, как вы видите, получаем наши 116 кредитов тысяч плюс небольшое количество очков опыта. Ну, здесь, собственно, все понятно, да? Выполняем курьерские задания, получаем вознаграждение и опыт. Немного прокачиваемся, и затем уже переходим на другой уровень. А именно, начинаем добывать деньги с пиратов. То есть, грабить самих пиратов. Для этого нам необходимо будет как минимум два подбитых пирата, у которых очки здоровья менее 70. И затем вступаем с ними в диалог. То есть нажимаем на них вот «Выйти на связь», «Подели-ка сбережениями», вот, и нажимаем «Сумму». Ну, в данном случае это почти 10 тысяч, 9-8, да, тысяч. Вот, в моей практике были случаи, когда я так собирал по 20 тысяч. То есть 20 тысяч с одного пирата. Вот. Причем, если вы будете проделывать эту операцию с одним пиратом, то пират будет отвечать, мол, мы же с тобой договаривались, какие деньги еще. То есть два раза с одного пирата деньги снять нельзя. Но если вы по этой схеме будете работать, то есть два пирата и по очереди их постоянно опрашивать, то можно накопить приличненькую сумму. Ну, это будет очень-очень хорошо на средней стадии игры, потому как потом уже опять курьерские миссии будут давать хороший доход. Что же касается освобождения систем, то здесь есть два основных противника. Это доминаторы и пираты.
Причем с пиратами вообще все просто. Для того, чтобы освободить систему от пиратов, достаточно только наличия хорошего корабля, и в одиночку можно очистить всю систему. То с доминаторами такой вариант прокатывает разве что на ранней стадии. Так как со временем у доминаторов появляются ракеты, как вы видите, один корабль выпускает сразу уже из четырех отсеков ракеты. То есть может уничтожить вас буквально один только корабль. Поэтому вот есть такой вот научный модуль Галилей, да, в данном случае называется Галилей. Необходимо его активировать. Для активации нам необходимо подключение к интернету. Что же дает этот научный модуль? Давайте посмотрим. Так, после активации вот, необходимо будет выйти на связь с этим модулем. Выходим на связь, смотрим, 11 построено, 7,5% ускорения к исследованию. Итак, переходим в постановщик помех. Итак, отремонтировали его и начинаем улучшать. С каждым улучшением мы увеличиваем мощность, так сказать, сигнала, которая действует на разных доминаторов. То есть легких доминаторов, средних и тяжелых. То есть максимальный уровень — это тяжелые доминаторы, такие огромные корабли, кроме боссов. Что же делает этот постановщик помех? Он буквально отключает все корабли, кроме боссов. И они просто находятся в космосе, не атакуют, не передвигаются. Единственная проблема в том, что корабли, которые находятся еще на планете, вот, но не взлетели по каким-то причинам, остаются пока на планете. Нужно дождаться, пока они взлетят. Только потом уничтожить их, и планета, система будет, простите, очищена. Ну, это уже не так уж, скажем так, важно. Важно то, что доминаторов теперь будет очень-очень легко перебить. Смотрите сами. Итак, все доминаторы обездвижены. Можем выбирать любую цель и атаковать ее. То есть, смотрите, двигаются только планеты. Все корабли находятся на одном месте. Вот, не сопротивляется. Просто уничтожаем их, собираем выпавший лут. Потом он нам понадобится для антидоминаторских исследований. Кстати, иногда бывают полезные вещи, там выпадают хорошие из них модули, которые можно ставить себе прям очень-очень. Причем в мобильной версии улучшение этих модулей не требует наличия нодов. То есть если в версии для компьютера, для того, чтобы улучшить доминаторский модуль, нам необходимо еще и наличие нодов, то здесь спокойно улучшаем. Вот уже подоспели ребята из других систем. Кстати, вот смотрите, какой большой, да? Крокодил прям огромный. 750 тоже у него жизней. Огромный корабль. Такой военный. То есть вся прям флотилия подоспела. Прям такие ребята молодцы. Вот. Лежачих доминаторов побили. Ну что ж, пора принимать, так сказать, победу. Да? До этого летим на планету. В данном случае Малаки. И получаем нашу награду. 112 тысяч. Ну, в принципе, вы за доставку, скажем так, курьерское задание, я получаю сейчас примерно так же. Плюс дали микромодуль. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А возникнут вопросы, пишите в комментариях. Пока-пока!